Всем привет! Сейчас немножко прогуляемся. Нахожусь на правом берегу реки Цун, на Знаменке, в конце улицы Советской. И сейчас мы пройдем по бережку, по мостику перейдем реку Цун. И выйдем у дома купца, вернее, у мельницы Бакина. Я вчера снимал. Сегодня у нас 14 сентября 2023 года. Я вот вчера снимал ролик в начале улицы Салтыкова-Щедрина. Там есть дом купца Бакина. А сейчас мы посмотрим на мельницу Бакина, в котором одно время размещалась калита, там майонез делали, завод плодовых вин. Посмотрим на это замечательное дореволюционное строение. Вот. Ну и в целом бережок посмотрим. И выйдем на остановку, где Богатырская застава. Так. Я уже это местечко снимал. Крапивка, сосеночки и вот эти, как я их назвал, баобабы. Что это такое, я не знаю. Возможно, это елки. Три баобаба. Ну, шутка, конечно. Какие-то эти елки, что ли. Может, это елки укрытые, я не знаю, что это такое. Вот так здесь выглядит правый берег Цона реки. Если можно далеко по нему пойти туда вперед, он впадает в Аку. Но мы туда не пойдем, мне как-то лень. Просто перейдем мостик и выйдем туда, к улице Заречная. Такая вот будет прогулка по осенней природе, по сентябрьской. Это дубик молодой. Раньше, до 2000-х годов, там, где мы идем, куда мы идем, там была плотина. И Цон вот в этом месте был довольно-таки широкий. Вплоть до того, что тут, куда мы идем, там пляж был. Вот здесь, на бережку. И даже с этого бережка прыгали в реку. И я помню, купался. Ну так, по горло было, в общем. Местами и глубже. Там находится Знаменская школа-интернат. Там новые дома, и вот за деревьями, куда мы идем, посмотрим мельницу Бакина. Вот если кто смотрит из краеведов, напишите, это тот же самый Бакин, дом которого я снимал вчера на Салтыкова-Щедрина. Ролик выйдет сегодня 14-го, 18 часов я поставил. В соцсетях он уже вышел. А этот ролик, соответственно, я публикую, наверное, завтра или послезавтра, 15 или 16 числа. Вот. Тот ли этот самый Бакин, что про этого Бакина известно, где можно почитать. Вон это старинный дом, по-моему, 1892 года. Как тут все позаросло. Конечно, когда тут была крыша плотина, тут были тропинки и вообще козы паслись. Таких зарослей не было. А как плотину перенесли туда, ближе к обкомовским дачам, за мост,
Так тут и сон стал мелкий. И как-то особо. И пряжи тут не стало. Ну, в принципе, возле плотины так можно искупаться. Я ее уже снимал много раз. Возле моста Знаменского, там чуть повыше. Вот он, этот дом Бакина. 1892, по-моему, года. Интересный. Это я вообще обожаю вот за городом, можно сказать, на Знаменке. Стоит дом такой прекрасный. Вообще все вот эти дома старинные, дореволюционные, которые находятся где-то там вне крупных населенных пунктов теперь, как какие-то оплоты цивилизации, остатки древней, я воспринимаю. Особенно такой вот дом такой серьезный, типа усадебная, усадьба помещика какого-нибудь или церковь какая-нибудь старинная. Супер, конечно, ощущение. Так. Надо на сон перейти. Поближе к дому подойти. Вот такая у меня сегодня сентябрьская прогулочка. Особо я как бы не хочу лазить тут. Потому что несу кабачки. Ну, а речку перейти надо по мостику. Тут такой мостик малюсенький. Как сегодня тепло, градусов 20. Замечательно. О, такое местечко. Видите, вот это река Цон. Буквально 3-4 метра. Холодная, не особо глубокая. Вот такая наша милая родная. Теперь видите, какие берега стали высокие. Конечно, после того, как... Тут, кстати, там остатки моста, под которым была плотина в зарослях. Конечно, с тех пор, как перенесли плотину, Цон изменил русло. И как-то теперь вот раз какой-то островок образовался, а там утес какой-то обрушился, там памятник стоял. Я не буду про него сейчас рассказывать, как-то не в настроении. В общем, он там перевернутый лежит из нержавейки, по-моему, до сих пор. Ну, в общем, приятное такое местечко, хоть картины рисуй. Мостик, ну мостик шаткий, хлипкий. Ходить по нему не особо комфортно. Глубина, ну, где-то по бедро, скажем так. Похрустывают досочки. Ой, прогибается. Не знаю, как тут ходить. Ведь сон он не замерзает зимой. Я люблю природу все равно. Поснимать, так сказать. Вот эту, наверное, картинку на заставку поставлю. Солнышко еще. Такая заводь милая. Тут и дети летом в июле купались. И рыбаки были. Видел от рыбаков. Вот река Цон во всей своей красоте. Так, ну идем дальше. Да, вот, кстати, дом мельницы Бакина возвышается. Высотой, наверное, с пятиэтажечку. А так-то она, наверное, четырех или трехэтажечка.
Ой, какая красота, старинное строение. После переноса плотины обрушился тут кусочек берега. Вот он. Русло немного изменилось. Я помню, выходила я на этот бережок. А, вот и памятник из нержавейки. Он стоял на этом выступе, на утесе, что ли. Утес разрушился, памятник упал. Там образовалось типа болотце. Вот там остатки моста металлические вот виднеются. Но сейчас это сложно все рассмотреть, поскольку растительность. Да и в общем не особо-то хочется. Ну, а кому интересно, придите, полазьте. Я лучше новые дома сниму. Вот эти. Пара домов новых. Я их тоже уже снимал, прошлый поход здесь. Чистенькие такие, трехэтажечки кирпичные. Ну вот я перебрался на левый берег реки Цон. Ой, здесь три даже, не два, а три. Подхожу уже к богатырской заставе. Там будет храм православный. Это старая построечка, двухэтажка. Вот он, дом Бакина, 1892 год. Аккуратные домики такие. Слева Крамское шоссе. Ну, вы сейчас увидите. Мне нужно на остановку выйти. Сниму еще. Храм. И, наверное, трех богатырей еще сниму. Хотя я все это уже снимал не раз. Магазин стройматериалов написано. Вот такой храм. Вижу икону Георгия Победоносца, поражающего змея. Там богатырская застава, знаменская застава. Я тоже снимал там все. Не буду особо углубляться на эту территорию. Смотрите ролики по запросу из Орла. Знаменка, богатырская застава. Я раза два там лазил. Снимал все это. Постройки эти все. Ну, если только так вот, чуть-чуть, вот буквально
буквально, поскольку там открыто вот вход, так немножко заглянул. Имели представление, что за забором. Вот, смотрите, какой-то городок такой потешный. Пушка деревянная. Там чучело. В смысле, та, эти, как называются? Не татами, а вот эти мешки для битья. Ну, в общем, кто интересно, кому, приходите, посмотрите. Я вот богатырей сниму и домой уже эти кабачки отнесу. Березки здесь красиво. Вот Крамское шоссе, в той стороне Мега Грин, линия. Добрострой, въездной знак Орел там вдали. Слева и справа от Крамского шоссе Знаменский лесопарк, Поклонный крест. Такое местечко. И вот Три богатыря, Знаменская застава. Спасибо вам за просмотр. Подпишитесь на канал Из Орла в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте. Если понравился ролик, поставьте лайк, напишите комментарий. Сделайте репост, поделитесь с друзьями им. Также можете пополнить баланс моего сотового телефона 8 920 889 20, на услуги связи, звонки, смс, интернет. Все, а я пошел. Вот там остановка. Ждать автобус в город. Вот. Проезд стоит 25 рублей или 27 рублей. Там вот запись Карловское лесничество. И вот еще, знаете ли, коровки пасутся. Кто не знает, как выглядит коровья лепешка, вот она. Это к деньгам, так сказать. До новых встреч.